Вы знаете, я не ходок по ночным клубам, я очень домашний человек, и даже в свои, так скажем, юные годы, когда это было бы, наверное, мне свойственно быть в ночных клубах, я там почти не появлялась. Но надо уважать, наверное, желания разных людей. И убрать ночные клубы совсем – это утопия. Все равно во все времена были злачные места, в которых люди расслаблялись, уходили от проблем. Но каждый настолько, насколько его сознание, душа и, не знаю, мозг требует развращенности. Что касается общества, как его уберечь? Может быть, стоит сделать просто возрастной какой-то предел, когда с какого возраста могут посещать ночные клубы, особенно подростки, потому что они, не ведая того, могут попасть в какую-то беду. Ну, а чтобы люди, в принципе, не предпочитали ночной образ жизни, а выбирали что-то другое, это вопрос воспитания, скорее, это вопрос ответственности родителей за своих детей. Если они дадут правильную систему координат, на которую потом будут эти люди, их дети, опираться, я думаю, что их в жизни не станет целью посещения ночных клубов.